Видеорегистратор, радар-детектор, GPS-информер, Eplutus GR95. Рассмотрим само устройство и комплектацию. Поставляется в такой вот упаковке. Рассмотрим, что внутри. Само комбо устройство. Его рассмотрим чуть позже. Перейдем к комплектации. В комплект у нас входит адаптер питания в прикуриватель. Дополнительно комплектуется двумя предохранителями с кнопкой включения-выключения. Длина провода 3 метра. Кабель USB для подключения к компьютеру. Кронштейн-присоска к лобовому стеклу. Поворотный на 360 градусов. Чехол для хранения. Инструкция на русском языке. Рассмотрим само комбо-устройство. Сверху у нас находится посадочное место под кронштейн. Сбоку слот под карту памяти microSD. Далее USB для подключения к компьютеру. Разъем подключения питания 12 вольт. Спереди две кнопки. Управление сенсорное, значит, защита файла от перезаписи и включение-выключение. Комбо-устройство на русском языке. Город 1, город 2, сигнатурный. В меню у нас есть возможность настроить устройство под себя. Здесь 4 пункта. Значит, первый пункт — это настройки радар-детектора. Это порог трасса, порог город, порог сигнатура, автоприглушение, XK-диапазон, КА-диапазон, стрелка, превышение скорости, дистанция оповещения, GPS, удалить точки ПОИ. Далее у нас идут настройки видеорегистратора. Это разрешение, функция VDR, штамп времени, цикл записи, G-сенсор, датчик движения, запись звука, GPS-трек, калибровка LDVS, то есть контроль движения по полосам, и включить-выключить данную функцию. Далее у нас идут общие настройки. Это дата, время, частота сети, экспозометр, экспозиция, отключение дисплея, задержка выключения, сигнал кнопок, госномер, штамп скорости, часовой пояс, поворот изображения, языки, форматировать карту памяти, сброс до заводских настроек, калибровка экрана, версия программного обеспечения. Далее у нас идет просмотр записанных видеороликов. На комбо-устройство дается год гарантии. Приобрести можно будет в сети магазинов «Автогир».